В Армавире 9 самых талантливых и активных выпускников Академии журналистики и блогинга Vita School получили дипломы об окончании обучения. Во время выпускных экзаменов ученики выполняли самые настоящие журналистские задания. Ребята отвечали на вопросы по пройденному материалу, показывали на доске, какие планы съемки они узнали, а также демонстрировали свои знания пройденного материала. Если ты будешь фотографом, как ты сфотографируешь елочку так, чтобы был поясной план? Нарисуй. Ну да, сверху обводи, конечно. Покажи нам этот кадр. Квадратиком. За 2 месяца семинаров ребята узнали много интересного. Они познакомились с различными способами выполнения журналистских заданий. Учились работать как самостоятельно, так и в команде. Юные журналисты готовили свои зарисовки, придумывали вопросы для интервью, писали рекламные ролики. Ученики Академии смогли развить образное и творческое мышление, логику, память, кругозор. Также они приобрели навык точно и аккуратно передавать информацию и желание работать над собой. В Академии Vita School я научилась различать планы и ракурсы видеосъемки, какие есть заголовки и какие из них основные. Очень много всякой полезной информации. Я научилась снимать хорошие и качественные видео для Инстаграма. Я научилась снимать хорошие фото. И главное, что я нашла очень много хороших друзей. Я научилась разделять ракурсы и планы съемки, как правильно писать заголовок к тексту, как делать качественные видео и вообще очень много новому. Я научилась на Vita School отличать лайф от люкса, люфта. Еще я научилась делать хорошие фотки и делать рекламу. В Академии Vita School я научилась писать заголовки так, чтобы заинтересовать читателя. Научилась различать планы и ракурсы съемок. Я научилась определять планы и ракурсы съемки, писать заголовки, чтобы заинтересовать читателей и многое другое. Я научилась различать ракурсы, писать тексты и многое другое. Я научился многому. Снимать рекламу, как стать журналистом, как задавать интервью и многому другому. Я научилась писать тексты, читать тексты, брать интервью. Еще я научилась рекламу делать. И еще я нашла очень хороших друзей. Дипломы об окончании курсов ученикам Академии журналистики и блогинга Vita School вручила главный редактор телерадиокомпании Vita Марина Белова. Перед этим она ответила на вопросы юных журналистов в режиме пресс-конференции. Курсы журналистов-блогеров в Академии журналистики Vita School. Новый третий поток обучения для юных журналистов стартует уже 20 марта. В 15:00 для всех желающих руководитель школы, журналист с 20-летним стажем Марина Локтева проведет первый бесплатный открытый урок. Записаться можно по телефону 8 939 78 194 19. Семинар пройдет в студии телерадиокомпании «Вита» на улице Луначарского, 155А. Марина Локтева, Евгений Холманских, служба информации телеканала 360 «Армавир».